Уже начали играть в снежки. В районах области установился первый снежный покров. Синоптики говорят, что скоро дойдет и до Кирова. По-настоящему зимнюю картину увидели жители поселка Демьяново Подосиновского района. Садовые участки, крыши, домов и дороги засыпал первый снежный покров высотой до 3 сантиметров. Несмотря на то, что этот снег, скорее всего, растает, местные жители успели поиграть в снежки. По прогнозам синоптиков, такая картина скоро будет и в областном центре. Правда, на этой неделе настоящего снега кировчанам ждать не стоит. Температура за окном будет плюсовая, а вот после 15 октября снег будет идти стабильно. В областном управлении ГИБДД советуют автомобилистам уже сейчас менять летнюю резину на зимнюю в ночные и утренние часы. На дорогах может быть гололед. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, исключать резкие маневры и быть предельно внимательными на дорогах.